Всех приветствую, друзья! Сегодня у нас 1 марта. Утром минус 24, сейчас минус 15. На бассейне нахожусь. Снег чистый. Послушал Путина. Оружие у нас, конечно, мощное. Но до сих пор самое сильное оружие — это, наверное, холод России, который сейчас вот 1 марта. Вот смотрите, я в валенках. Так что враг не пройдет, дорогие друзья. Немножко пройдем по бассейну в снегу. Открытый бассейн Бавлинский.